Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Неукротимые». Не упокою вам. По сюжету Зои Неупокоева успешна, напорист, уверен в себе. Однажды она сама делает предложение своему начальнику, преуспевающему адвокату Роману, но в итоге остается и без любимого мужчины, и без работы. А вскоре ее семью приходит беда, бесследно пропадают племянники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису, за которого когда-то собиралась выйти замуж, но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру следователя. И вот теперь героиня понимает, что в молодости совершила большую ошибку, но даст ли судьба Зои Денису второй шанс, и хватит ли ей духа бороться за мужчину, который женат на ее коллеге. Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Евгений Пронин, Михаил Кремер, Анна Ардова, Владислав Ветров, Мария Звонарева, Вадим Андреев, Артур Ваха, Софья Шуткина и другие. Премьера сериала «Неукротимая, не упокою» состоится уже осенью 2023-го. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.